Разобраться со скандальными назначениями в Госслужбу геологии и недр требуют гражданские активисты от правоохранителей. И называют это не иначе, как захватом. Напомню, 25 мая в здание службы ворвались неизвестные. Вместе с ними временно исполняющие обязанности главы Госслужбы Олег Кирилюк и его зам Николай Фащий. По словам активистов, новых чиновников Кабмин назначил вопреки решению суда и без конкурса. Более того, Фащий – фигурант уголовного дела. От правительства требуют немедленно провести конкурс и избрать законных руководителей. По пану Кирилюку, ну, перш за все, у мене, скажімо, виникають питання такі. Людина, яка практично не має дотику до геологічних служб, ну, яка працювала в будівельній інспекції, вона, ну, за своїми якостями не може очолювати такий орган. По тим діям, які зараз відбуваються, видно, що хтось дуже хоче саме цих людей поставити саме на ці посади.